фильм «Тайна Карлоса Кастанеды», на московскую премьеру которого я вас приглашаю, это своего рода итог последних 40 лет моей жизни. В этом фильме вы не только встретитесь с живым Кастанедом, но также получите наконец-то ясность в отношении самых сложных, самых запутанных, самых конфликтных и противоречивых слухов вокруг его имени, его традиции, его творчества. Вы узнаете, кто был истинным автором книг Кастанеды. Вы узнаете силу и истоки этой традиции. Вы узнаете, почему она уникальна, и ничего подобного невозможно найти во всей Латинской Америке. И поэтому любые попытки описать какую-нибудь традицию тольтеков и древнего, или древнего латиноамериканского знания не имеют ничего общего с этой традицией. И самое главное, вы почувствуете живого Кастанеды и, по сути, получите ключи к его миру, ключи к чтению его книг. На мероприятии вы встретитесь не только со мною, режиссером этого фильма, но также с легендарным Вадимом Демчогом, который вместе с Юлией Железняк сделали русский дубляж этого фильма и, по сути, стали вратами между миром Карлоса Кастанеды и русскоязычным зрителем. Этот фильм «Тайна Карлоса Кастанеды» – это своего рода не только дань памяти Василию Максимову, Карлосу Кастанеде и Майклу Харнеру, великому исследователю шаманизма, который, собственно говоря, и заставил Кастанеду записывать все истории о Доне Хуане и помог издать первые три книги. Но это также, конечно же, своего рода благодарность традиции Нагвали, которую представил Кастанеда, и мое желание внести ясность в закрученные, неясные, противоречивые точки зрения вокруг феномена Карлоса Кастанеды, вокруг его книг, вокруг его жизни. Впервые из фильма вы получите реально переживаемое ощущение о живом Карлосе Кастанеде, о том, какой он был в жизни. Приходите, мы вас ждем.